Bellator MMA on Paramount Network from NYCB Live. The time has come for the main event of the evening, the conclusion of the semifinal round in the Heavyweight World Grand Prix. Sanctioned tonight by the New York State Athletic Commission and brought to you by Miller Lite. Great taste and only 96 calories. And now, scheduled for 3 5-minute rounds, we introduce the blue corner. At 6'1", weighing in 227 pounds, multiple times a world title challenger, he brings a professional record with 30 victories, 15 defeats, and one draw. Hailing from and fighting out of West Lynn, Oregon, introducing Chael, the American Gangster Sonnen. And across the cage is adversary, fighting out of the red corner at 6 foot, weighing in 236 pounds, a former champion, an iconic career. Tonight, he stands with 37 professional victories, including 28 finishes, along with 5 defeats. Ladies and gentlemen, introducing the legend from Starosko, Russia, the last emperor. In charge of the action, your referee, Dan Mergliotta. All right, gentlemen, center, please. Дэн Мерглиотта, рефери поединка, вызывает спортсменов в центр клетки. И произносит традиционную речь перед боем. Последние наставления. Все-таки протянули друг другу руки спортсмены. Причем было ощущение, что они ждали, кто первый потянет руку. То есть там не было какого-то нежелания, в общем, этот ритуал проводить. Ну, в карьере Федора Емельяненко были разные случаи. Иногда спортсмены и вовсе так с презрением относились на вот этой процедуре. Face-to-face. Уже на старте попадает Емельяненко. И чуть было не заканчивать все на первых секундах. Ну и, как правило, после такого неуважительного поведения все печально заканчивалось для соперников Федора. Да, боковой зашел, вновь пошел в ноги, причем очень прямолинейно и бесхитростно Сонен. И вновь пропускает удар навстречу. Но пока что держится американский спортсмен. Да, приглашал в борьбу Чел Сонен. Идет с ударом вперед. Понятно, что ставка была на борьбу. У Чейла в этом противостоянии отшвырнул просто как мешок с картошкой Емельяненко сейчас с американского гангстера. Еще один удар, клинч. И здесь на движении ловит Чейл Сонен. Контрит Федор Емельяненко. Школа самбо в действии. Сонен природный все-таки средневес. Именно в весовой категории до 84 килограммов он провел большую часть карьеры. Потом выступал в категории до 93. Но здесь он совершенно не гонял. Плюс еще набрал вес. А Федор небольшой тяжеловес. И так вот визуально они не отличаются практически в габаритах. Но все-таки Федор чуть-чуть побольше, да. И Сонен выступал и в среднем, и в полутяжелом, и в тяжелом. Еще раз, вот посмотрите, как бросает Федор оппонента. Хаммерфист еще и добавил в концовке. Чел Сонен сил не жалеет. Дистанция. Фирменная стойка. Вот Федор Емельяненко. Руки опущены. Буквально 1-2 удара, и сейчас мертвой хваткой Сонен вцепился буквально в ногу Федора, но риск оказался оправдан. Сонен оказывается за спиной Федора Емельяненко. Грузит всей массы, и вот здесь совершает просто невероятную ошибку Чейл Сонен. Включается Федор Емельяненко, выбрасывает удары и справа, и слева. Что хотел сделать Чейл Сонен в том моменте, просто непонятно. Да, проводил кувырок, в результате захват оказался сорван. И серия мощнейших попаданий от Федора. Боковой контроль. Вот Емельяненко, очень много пространства, небольшая пауза. Пытается немного оторваться от соперника Федор. Сонен сразу же задышал. После пары таких мощных ударов задышишь. Берет в паузу Федор. Колен на живот. И вновь попытка прихватить за ногу, но уже уходит Федор. Вновь стойка. Пытается подавливать Чейл Сонен. Да, он уже устал. И устал прилично.
Еще одна комбинация, левый прямой в завершении от американца. Федор ждет. Тейкдаун навстречу пытается провести через Сонен. И это ему удается амплитудно, мощно работает Сонен. 2 минуты до конца первого раунда. Да, блестяще сработал в этом эпизоде американский атлет. И, кстати, вот сейчас даже по этому эпизоду видно, насколько уже Сонен устал. Практически без ударов, не хватает ему сил даже для того, чтобы отжать от себя Федора. Ну, удивительно легко он перевел. Ну, видимо, вложился, вложил все силы в этот бросок. Прижимает Федор к сопернику, коленом по корпусу отрабатывает Чейл. Здесь Денвер Глиота может и вмешаться. Практически ничего не происходит. И есть все основания для того, чтобы поднять бойцов в стойку. К активности как раз рефери сейчас призывает. В первую очередь Чейла. Но Сонен по-прежнему никуда не спешит. Последняя минута первого раунда скоро начнется. Да, и появляется возможность, чтобы, да, провести контрприем. Мастит Федор и выигрывает позицию. Гард закрыт. Попытался рискнуть Чел Сонен. Хотел улучшить свою позицию, но в итоге, как выясняется, лучше синиться в руках, потому что потерял свою позицию. Чел Сонен атакующую встает. Федор идет в атаку, падает Сонен. И пошла серия ударов от Федора Емельяненко. Пытается навязать борьбу. Вцепился в ногу Чейл Сонен. Хаммерфисты. Больно. Очень больно Чейла Сонену. Посмотрите, какая серия с рук от Федора Емельяненко. Пассивная оборона от американца и Денвера Глиота. Готов вмешаться и остановить это уже форменное избиение. Да, руками закрылся Чейл Сонен. Не отвечал очень долго и до конца Денвера Глиота верил. Верил в американского гангстера, но в итоге был вынужден вмешаться. Досрочная победа Федора Емельяненко, и он оформил путевку в финал, где встретился с Райаном Бейдером. Вот вылетит молдавский в наших экранах Анатолий Токов, который на том вечере одолел Александра Шлеменко решением. У всех прекрасное настроение и спокоен, как всегда, Федор Емельяненко. Потом уже в подтрибунном помещении, так полушутя, Чел Сонен спрашивал у Федора: ты зачем меня так сильно бил? Я что-то тебе обидное сказал? Ну, в общем, Сонен один из тех людей, которых непонятно никогда, когда шутит, когда говорит всерьез. А до сих пор Чейл работает в организации «Беллатор», но в качестве аналитика ведет студии. А как боец Сонен проведет всего лишь еще один бой в июне 2019 года, когда встретится с Лиотом Мачидой и уступит ему техническим нокаутом и объявит о завершении карьеры. Федор Емельяненко карьеру пока не завершил и планирует подраться летом 2021 года в России на первом турнире «Беллатор» в нашей стране. И надеемся, что это произойдет при полных трибунах. 25-я победа Федора в первом раунде. Ladies and gentlemen, inside the Bellator cage, it comes to an end officially. 4:46 into round number one by TKO. He advances to the finals of the Bellator Heavyweight World Grand Prix. The Last Emperor, Fedor Emelianenko. Итак, интервью Федора Емельяненко. I'm here with the winner, Fedor Emelianenko. Fedor, you guys came out and started bombing. You hit Chael Sonnen with some big shots, but he kept responding. Were you surprised by him continuing to go after you and push you in this fight? Федор, вы показали беспримерный бой, и вы обрушили ряд ударов очень сильных на Чейла Сонена. Но были ли вы удивлены, как он противостоял и все-таки пытался вам ответить? Да, Чел очень хорошо работал. Грамотно старался смещаться с линии так. Вот очень, да, молодец, хорошо готовился, видно.
Chael worked really very hard, and it shows that he did prepare very well. How tired was he getting from all of that activity and going after Chael and throwing big bombs? Was he getting a little winded in the middle of that round? Насколько измотал вас Чел? Насколько вы устали, пытаясь достать Чела своими ударами? Нет, ну, слава богу, все хорошо. Не... Еще можно работать. Thanks God, I'm not tired and still can be working. I'm sure he watched the fight last night, seeing Ryan Bader advance to the finals along with him now. How does he feel about facing a guy like Ryan Bader? Вы, наверное, уже слышали или смотрели вчерашний бой и знаете, что Райан Бейдер вышел в финал. Как вы смотрите на то, что вы встретитесь с Райан Бейдером? Да, очень хороший, серьезный соперник. Я видел его на открытой тренировке. Очень сильный, очень грамотный боец. He is a great and very strong fighter. I did have the opportunity to watch him during the open workout, and I can see that he is very great and very serious opponent. Well, I just want to tell you congratulations on a very impressive win. Congratulations on moving on to the finals of the Bellator Heavyweight Grand Prix and getting a chance at that Bellator Heavyweight title. Ladies and gentlemen, the last Emperor, Fedor Emelianenko.